В Удачном наградили лучших водителей автопоездов. «Алроса» совместно с компанией «Скания» и «Северскан» провели конкурс профмастерства на Удачнинской площадке. Участвовали в нем работники автобазы номер 3. Но на этот раз его формат несколько изменили. Для нас безопасность и экономичность эксплуатации техники – это один из основных приоритетов. И здесь наши интересы вместе с компанией «Алроса» полностью совпадают. Именно поэтому было принято решение организовать подобное мероприятие, именно конкурс по водительскому мастерству. И мы видим улучшение в обоих показателях – и в эксплуатации техники, и в безопасной эксплуатации. Оценивать мастерство водителей решили без отрыва от производства. В течение полугода с 1 марта в автопоездах «Скания» начали использовать систему мониторинга Fleet Management System, установленную в каждой машине. В режиме реального времени программа передает данные о работе транспорта и самого работника. С ее помощью фиксировали, например, превышают ли скорость водители, экономично ли расходуют топливо и правильно ли управляют техникой. Конкурс проходил порядка 6 месяцев. Каждый месяц производились оценки. Оценивалось эффективное управление транспортным средством, безаварийное управление транспортным средством и еще ряд технических показателей, на которые мог влиять водитель, формировали общую оценку. Все финалисты проехали не меньше 8000 километров без ДТП и дисциплинарных нарушений. Таковых оказалось 32. Их отметили в номинации «Лучший водитель» и «Лучший экипаж». Среди них Иван Тукусер. Говорит, секрет победы прост. Лучший экипаж оказался. Вот так получилось. Мы еще работаем. Мы сюда приехали работать, как бы. Соблюдать как бы технику безопасности и все это подобное. Как бы, замечание от начальства, чтобы поменьше нарицаний было. И как бы техника, чтобы работала, самое главное. Все победители получили подарки и денежные премии. А организаторы, в свою очередь, отметили, конкурсы такого формата будут продолжать. Альбина Шарафетдинова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край».